Называется она «Схватка». Когда читаю книги о войне, а также книги жизни мирной, не по себе бывает мне здесь, в тишине моей квартирной. Под артобстрелом жмемся мы. Наш страх мы закопали в землю. В блиндажной яме у стены к концу бомбежки тихо внемля. Звенит от гула тишина. Там враг спешит, сейчас начнется. Дрожит от топота стена. Приказа нет, а враг несется. Звучит команда: рота в бой! Мы в штыковой схватились в схватке. Хоть не вернемся мы домой, врага положим на лопатки. И вот кричат уже: ура! Остатки роты гонят фрица. Спокойно спи, моя страна. Да не забудь героев лица. Спасибо.